А и Рейзенс, Некрофос тоже свое дело уже делает. Башраут. Опасно, на самом деле. Да, тут его могут запустить. И у Соло проблема. А тут Гарден Энджел просто на последний хп еще и прячет Нуна. И он будет возвращаться и прожимать пульс. Правда, тут до пульса еще много времени, но он стики просто прожал и живет дальше. Зай выходит дальше. Пытается как-то соплями хотя бы его обмазать. И тут Мидвана убивает, а Мидван выкупается, возвращается обратно в драку. Паша бежит, Зая нужно станет, и отходит его с лица. И теперь уже под минус армором можно его побить. Ну, снова проблема начинается. И снова грифсы прожимаются, и снова его прячут. И как же долго он живет, просто никого не получается убить. Постоянно под сейвы. И есть курса. И попытается Свен сбить своего тиммейта. Но курса вся была просто в никуда. Мисплей получился от Secret. И Зай будет снова, видимо, жертвой здесь. Да, там еще и Нунчик с ультимейта забирают нас Ластиллера. Зая тоже здесь будут забирать, но в одну калитку. Просто нет дэмэджа. Ну сколько они вбили? Кстати, один фраг есть все-таки. Вот.